Что-то у меня это... Я исследую заброшку, но у меня с потолка что-то капает, с балок. Но у меня, видите, вылетает телефон. То есть как-то не получается у меня углубиться Исланд в исследование. Потому что вылетают видосы. Такие будут короткие у меня видосы, будут шорты. Видосы-шорты. Как на мне. Вот. Собственно, такие дела. Не знаю, хотел вам показать. Ну вот, мне опс. Наверное, лишнее засветило. В общем, такая вот заброшка. Интересная. Хотя, что ли? Вы же смотрели мои блоги. В общем, мир труд май. Пиво доставай. Мир май труд. Выпьем прямо тут. У меня, кстати, пиво с собой. Я, наверное, сейчас его попью тут, схоронившись от жары. И дальше пойду своей дорогой на пляж. Тут, да, тут ничего не сохранилось. Даже если что-то тут и было, в заброшках аккуратнее всегда смотрите под ноги. Всегда. Потому что может быть вот такое. А может быть и вот так, и даже такое. Так что я говорю, будете в заброшках, если лазить. Прям под ноги всегда. Смотрите под ноги всегда. Вот такое может быть. Тут что-то какие-то более узкие помещения. Мрачненькие. Тут уже не особо приятное место. В общем, такие вот дела, такие вот прогулки с Мариной Морлок. Подписывайтесь на мой канал. Гуляйте со мной, отдыхайте со мной. Пишите мне, я читаю комментарии. Вот, а там дальше тоже какая-то заброшка. Вообще в Солнечногорске много заброшек. Но я думаю, это временное явление, потому что это город с хорошим потенциалом. За счет как раз-таки большого относительно чистого озера Сенеж. Из него можно сделать хорошее туристическое место. Просто на него забили путь. Ну, кстати, на Сенеже сейчас оно частично благоустроено. Вот, то есть это не такой прям уж трэш, хуй забить на все. Вот. Так что сейчас заброшки тут укрыли паутиной, вуалью. Вот. И я так думаю, просто скоро их снесут. А я сейчас попью пивка, пописаю и двинусь дальше. С вами была Марина Морлок. И спасибо зеленоглазому парню за охуительный секс, если он меня сейчас смотрит.